Ульяновскую область посетила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», созданного образовательным фондом «Талант и успех» Елена Шмелева. Цель визита Елены Шмелевой – подведение годовой работы по созданию в нашем регионе центра для одаренных детей, подобного тому, которым она руководит. Эта тема стала основной на ее встречах с чиновниками регионального министерства образования и членами Ульяновского отделения Общероссийского народного фронта. Мы действуем в рамках прямого поручения президента Российской Федерации, который и принял решение о создании центра «Сириус», возглавляет, как вы знаете, попечительский совет центра, и при этом дал прямое поручение губернаторам, министерству тогда образования, сейчас просвещения, прорабатывать и создавать региональные центры по модели центра «Сириус». В Ульяновской области работа с талантливыми детьми и молодежью приобрела системный характер и является одним из приоритетных направлений региональной политики. Накопленный опыт реализации программ по работе с талантами, развитию человеческих ресурсов и кадрового потенциала позволил региону сформировать уникальную модель развития талантов «Ковровая дорожка». Благодаря ей стало возможным поддерживать талантливого ребенка еще с детского сада. Кроме того, незабытые взрослые. Адресная помощь оказывается всем. В законе об образовании обозначено, что негосударственный сектор в сфере образования имеет такие же права, как и государственный. И эта работа была сформирована в определенной пошаговой стратегии несколько лет назад. Сегодня ковровая дорожка трансформируется в проект управления талантами «Таланты для региона», охватывающий три возрастные страты – одаренные дети, талантливая молодежь и взрослые. Кроме этого, в Ульяновской области работают фонд поддержки талантов «Потенциал плюс» и цифровая платформа «Архитектор талантов». Создается единая система грантов и стипендий для студентов. Уже определены пилотные образовательные организации, где выстраивается возрастная линейка сопровождения. Их 12, среди них детские сады, школы, вузы, учреждения культуры, наноцентр, кадровый центр и сам фонд по поддержке талантов. По итогам сегодняшней работы мне уже стало очевидно, что Ульяновская область действительно такой революционер в хорошем смысле этого слова всего, что связано с внедрением новых программ. По факту это программы хорошо известные нам и уходящими корнями в те самые сильные педагогические профессиональные школы, которые у нас есть. Но эти программы адаптированы сегодня к разным уровням образования. Они породили уже изменения среды образовательной. Они становятся основой для консолидации партнеров, которые развивают эти программы. Поиск нового, основанный на знании традиций школ и педагогики в целом, по мнению Елены Шмелевой, неоценимый опыт, в том числе и для подобной работы в других регионах. Талантам нужна не только финансовая поддержка, но, что гораздо важнее, образовательная, и она в регионе оказывается. Павел Половов, Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.